И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Extinction. И сегодня мы пойдем за рецептами инфорсера и скаута. Для тех, кто не знает, чтобы получить хороший рецепт инфорсера либо скаута, нужно завалить того же самого левела инфорсера и, соответственно, скаута. Почему-то мне казалось, что у них больше скиллов, все в таком духе. Не помню, специально не смотрел. Пойдем искать жестких левелов, чтобы прям ух и прям ух. И создадим, попробуем, по крайней мере, создать и того, и другого. Ищи там, ты у меня там, ух ты, 125 топежин, ну нифига себе, ну я не буду тебя все равно томить, потому что иди нафиг, мне теперь не нужна топежа. Где-то я уже находил инфорсера. И... 115 левел, ну я не помню где. И в целом, я думаю, наверное, лучше на топеже побегать, полетать. Да, конечно, прокачать нужно, но я сомневаюсь, что это как-то выгодно будет, потому что ну, по времени. Летунчика я могу ускорить, а вот бегунчика не могу ускорить. И на форсер. Ладно, погнали до базы. И на топежу. Прожимаем супешник и. В целом. Что я хотел сказать? О, анкилосик. А, ну это 35 лава, да. В целом, конечно, возможно, мне этот самый инфорсер-то и не понадобится. Ну, а скаут-то и подавно. Хотя, только с одной стороны. С другой стороны, все возможно и по-другому. И... О, вот он, 115. Инфорсер. Какой разведчик? 95-й. Ох ты ж нифига себе. Окей, поищем. 115. Где ты? Так, ага, вот он ты. Ну а теперь давай смотреть, что мы с тебя получим. Так, пошли вон мелкие ублюдки. Пошли вон мелкие ублюдки. Да, конечно, супешник еще пожал, прям кайф. Так. Во. Легендарочка вышла. Стамина 130, здоровье 60, энергия 100, вес 75, урон 75%. Ну и, собственно, сразу же вы видите, сколько чего он потребует. Элементальной пыли, конечно, требует дофига, плюс для зарядки он требует элементальную пыль, но если не ошибаюсь, возможно, я ошибаюсь. Одна попытка оставшаяся. О, прикол. Там, возможно, работает и... вот это, навык изготовления. Как видите, у меня уже 140, просто я не знаю, куда его вкидывать. И поэтому, точнее, очки вкидывают туда. Почему бы нет? Одна попытка использовать, это, конечно, меня что-то не сильно обрадовало. Я надеялся, что хотя бы парочку я смогу состряпать. Но что-то, короче, где-то как-то и зачем-то. Ну, что поделаешь, поищем еще. Может, кого-нибудь найдем. Так, здесь инфорсеры говна, а здесь разведчики. На разведчики давай посмотрим разведчики. Что-то разведчики здесь тоже говна. Погнали, вернемся обратно. Я пока про них вспомнил. 95-й разведчик, это прям довольно-таки неплохо. Тем более их там два. Посмотрим как раз заодно, если получится двоих завалить. Это будет вообще класс. Как минимум из-за того, что мы сможем сравнить. Есть ли разница... когда ты убиваешь разных. Одна проблема.
И я на ускорение. Так, есть мысль. Погнали до дома. И сейчас сюда вернемся на велике. Он... Во-первых, он не такой быстрый. Вот, а во-вторых, я смогу стрелять. Не, конечно, я бы велику бы скорость бы прокачал, но... Все равно он будет не такой ускоренный, как... Топежа. Так. Погнали, 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 давай, давай. В смысле, 5,5. Это у тебя здоровье всего? 5,5. Е! Так. Разлетелся в клочья. Уровень 95, щит 5, энергия 120, энергия за элементальную пыль 18, множитель скорости и радиус. Радиус это, если ошибаюсь, это то, на какое расстояние он может лететь. Но, как видите, у него нету, то есть, улучшений и так далее. Угу. Что-то я разведчиков-то не вижу больше. А где второй разведа? О! Козел! Бесите вы меня теперь! Сильно! После того, как пытались моего дедикуруса завалить, козлы. Такс. А я что-то другого разведчика-то не вижу. А где он может быть? А где мой разведуля? Не, ну, я не могу мимо вас пойти! Нужен хитин, сорян. Блин, надо это. Надо, короче, жирную первосортину сделать и вызывалки-призывалки. В смысле, трекеры на диносов повешать уже. Блин! Слушай, реально какая-то жопа. А где тот еще один разведчик 95-го левела? Был же еще один. Ну что за нафиг такой? Ну, что-то полетал в округе, и, честно, я не удивлюсь, если глюканул поиск, то есть мод глюканул, и мне просто показал двух. То есть он был по факту один, а он мне показал их двух. То есть я не удивлюсь в этом плане. Но смотрите, какой есть скоробей 150 левел. Да уж. Но в целом с компост бинами, по идее, скоробеюшка-то не сильно нужен. Но мне теперь интересен немножечко другой. Так, на всякий случай разведчиков посматриваем. Здесь где-то инфорсер был. 85 левел. Я хочу его завалить. Вот он. Отлично, иди сюда. Отлично, он пришел. Я так, етишки, счастлив просто. О, ты смотри, прикол. Так. Подожди-ка, что я могу сейчас сделать, попробовать? Подобрать я явно не могу, но я могу что попробовать сделать. Выбрасываем вот так. Ой, ты пошла ты в жопу, тварь! Не до тебя сейчас. Ой, не до тебя сейчас тоже. Вот ты сейчас серьезно, да? Где сюда, твою мать? Сейчас бы тебя вот на скорость еще пытаться поймать. Ой, ёб твою ж за ногу. Вот безумная куропатина. А все за тебя, козел, зацепил, блин, понимаешь ли.
Пробуем еще разочек. Выкидываем что-нибудь и пытаемся подобрать через F-очку. Чтобы это говно не каталось бы. Ух, прям хорошо было бы. Ну-ка, так. Не, бесполезно. Слишком далеко. Вот всякое дерьмо подобрать, это, конечно, да. А вот что-то нужно через текстуру подобрать. А это нет, это нельзя. Это зачем тебе? Ух, прям вот это вот... Не. Бесполезно. Ну, я пытался. Пошло все в жопу. Погнали искать дальше. В целом, это еще та тупость. О, удалено мясо. Ты же понимаешь, что тварь сейчас от этого сдохнешь. Ну, надеюсь, ты лопнула от жадности. 1000 мяса стрела овца. Так. Погнали к центру, я думаю, больше шансов встретить инфорсеров. Тернадон и разведчики мелкого лава. Ну и фиг с ними. Ну, кстати, да, вот нам. 49-42, 34-72. То есть два одинаковых, вот тут тоже дублируется, вот дублируется. Да, не всегда разведчики дублируются. Ай-яй-яй-яй-яй. Долго бы я бы искал бы, если бы не плюнул на это дело. Ого, 145-я откилка, нифига себе, не, ну моя клевая. Моя клевая как по расцветке, так и по левелу. 120-й! Воу! Вот это... Чувствую жопу какую-то, я чувствую... Подставу подставную. А, хотя не, подожди. Точно! Алло! Ну-ка, разошлись нафиг все! Все же сказал, разошлись! Пошел ты, ублюдок, мать твою, иди сюда! Так. О, легендарный! Кайф! Легендарочка, это хорошо. Здесь у нас также одна попытка. Здесь 60, здесь 90. Стамины здесь было больше. Энергия 100, вес 90, урон 65. Вот тебе и пожалуйста, легендарочка, да? Здоровье, конечно, больше, это хорошо, но урона меньше. Стамины меньше. А на создание, как этих два. Такая вот жопа с этими легендарками всегда. Аж бесит. Но, давай искать дальше. Давай еще одного разведчика бахнем. На этот раз попробую на топе же. 3,6 у него хп. Да ёп. Да уж, на большой скорости прям крайне тяжело что-то придумать сделать. Прям до... Безумие тяжело. Так, ну он, получается, сагрился, отлично. Теперь надо его зацепить. Как-то вот, хотя бы... Разочек. Да ёп! Ты... Ладно, иди сюда. А где ты? Ну, ты сейчас серьезно. Да уж. О, вот ты где. Получилось, но с стелком, конечно, все-таки легче. Так, и что у нас здесь получается? Так, 70-й, ну, щит это понятное дело, энергия здесь больше получилось.
Энергии получаем меньше, но жизненной скорости и радиус чуть-чуть буквально меньше. Тоже как бы сильно разница небольшой, но тоже как бы неплохо. Ну понятно, у разведчиков не сильно большая разница, хоть разница есть, но не сильно большая. А вот инфорсеры все-таки это более боевая единица, точнее это и есть боевая единица. Поэтому у него сильная разница, все-таки как ни крути. Ну ладно, еще поищем. Еще поищем инфорсеров чуть-чуть. И пойдем уже создавать. И все-таки мне интересно, есть ли разница от прокачки. От прокачки, точнее от прокачки навыка изготовления. Если есть разница, то однозначно топового инфорсера нужно будет делать обязательно только в... Ну, то есть после... После сброса статов. Там у меня единственная проблемка, я уже давно бы сделал рецепт на хавку и все в таком духе. Но одна проблемка... Там чего-то мне не хватает. Вроде грибов не хватает. Их нужно смотреть, что как, где они вообще... Вот, искать, смотреть и все в таком духе. Ладно, поищем. Ну, в итоге, никого, ничего я не нашел. Ну, да бог с ним. Я тут что вспомнил. Мне, когда мой инфорсер сдох, выпал вот этот рецепт. И по идее, типа, когда он вздыхает, выпадает рецепт, то есть он будет, ну, можно так сказать, своеобразно бесконечно. Поэтому попробуем сделать вот такого желтенького. Так, разведчика другого. Так, ну, вот это. Так, ну, все-таки здесь получше. Я тут дедикурусом немножко пробежался. Подлутал элементальной пыли. Было такое там хорошее место, где можно это дело подлутаться. Так. А, точно, ты же у меня изготавливаешься только в этом. Так, и вот так. Слиток металла. Металла. А, ё-моё. Бум, металлолом. Ну, подождем. Такс, отличненько, все готово. С этим потом еще вернемся. Заодно сейчас я вам покажу, где я добыл элементальную пыль. Есть такой у меня телепорт, столы называется. Плюс там терминал. Такс, чисто свободно, отлично. Вот он идет, терминал у меня здесь стоит. И вот в этом месте, а точнее вот здесь что, вот здесь что, в уголочке здесь лежат столы. Ну вот сколько вы элементально пыли видели, вот столько я с нее и залутал. Вот такая вот фигня. Так, и... Разведчик. А, ну понятно, да, все-таки получше. Создаем. Чё-то у меня электроники так перебором. Бонус навыка изготовления, да, все-таки срабатывает, отлично. То есть 0,2% он все-таки дал. И, соответственно, рецепт забрался. То есть рецепта здесь, получается, не осталось. Но, как я уже сказал, по идее, после смерти он должен появиться. Вот, ну точно, я же говорю, далеко не один скилл должен быть. Так. Это количество прыжков, и потом они откатываются. Ну вот. Я про что и говорю. Все ж я правильно помню. Отлично. Погнали. Что есть по урону? Ну, довольно-таки неплохо. Так, это добывает тоже хорошо.
Enforcer 10 левел. Отлично, элементалку тоже добыл. Давай здоровечко, я помню, ты у меня прям изи отвалился. Не помню, конечно, на кого я напал, но я помню, что изи отвалился прям вообще. Ну, в целом, кайфово. Все-таки очень сильно кайфово, прям не описать. Мелкий пиздюк. Классно, 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 классно. А. Здесь еще на присесть откидывает. О, уже урон получше. Стик, они же опасные такие, прям их фиг пробьешь. Ну, тварь! Тварь! Ненавижу их за это! Долбанные микрораптора. Так, стоямба. Отлично. Ибо нефиг. Клёво. Клёво, клёво, клёво. Всё-таки, как я и говорил, что самое главное, да, я помню, что больше... Блин, дурная. Больше все-таки было скиллов. Я думал, что-то какое-то разнообразие. Нет, здесь просто идет количество прыжков. И, соответственно, до отката. Ну-ка, 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 это что-то такое валяется красненькое. А, это титана муравей валяется. Ну, отлично, я думал, просто тут, мало ли, яйцо. Но нет. Но в любом случае, это прям кайф. Вот ублюдок мелкий, мать твою, иди сюда, тварь, чтоб тебя... Я тебе сейчас голову-то оторву. Фух. Ну и погнали, сделаем разведчика. Терминал. И вот это, самое главное тут не спутать. Какое создавать. И он превращается в скаута. Погнали до дома. Потому что, если не ошибаюсь, его нужно заряжать элементальной пылью. Или осколками элемента, или пылькой нужно заряжать его. Ну, вроде бы пылькой. Так. Да я выж за ногу. А, точно. Кайф. Расстояние. Так, ты шифтуешь? Непонятно, шифтует или нет. В левом нижнем углу это сколько у меня элемента. Точнее, пыльки. Расходуется, как видите, очень сильно. Разведчик почти превысил расстояние. Ну, собственно, вот видите, насколько далеко я могу все это дело улететь. Ну, в общем, я бы даже так сказал, вообще ни о чем. Я могу это улететь, но в целом это, конечно, прикольно. О! Я через стены вижу! Ох ты, нифига себе, я про это и забыл. Прикол. Ну да, вот, через стены вижу. Классно. Как-нибудь что-нибудь... Нет, не показывается.
целом, штука прикольная, но не сильно. То есть, как бы вот чисто так, не, в PvP это, возможно, штука-то хорошая. Но опять-таки же, И что такое было? На правую кнопку мышки нажал? What the fuck? Это что там за пятно такое черное? Это солнце, что ли? Ну, возможно. Что-то на правую кнопку мышки нажал, он как стеганул. А, точно, он ускоряется так. То есть он делает рывок. О! Да ну нафиг. Колесико мышки крутанул, и все, не от первого лица смотрю. Блин, прикольно. А вот так. Нет, нет, нет. Так же ничего не вижу. Блин, прикольно. Ну, опять-таки же тоже. Типа, камон, и чё? Вот. В общем, такая вот фигня. Кстати, как я со стороны вижу? Его смотрят, фильмы, все дела. Прикольно. Прикольно, хоть и не сильно, но прикольно. Опять-таки же, я говорю, то есть, если знать, для чего нужен вообще разведчик в целом, то есть, как его вообще люди используют и так далее, можете написать в комментариях, я честно вообще без понятия, но я думаю, в PvP это да. И, кстати, прикольно, что и этот чубрик тоже отображается зеленым, как союзник. Прикольно. И, кстати, да, вот что вот это за фигня? Он, получается, просто делает пометку. И чё за нафиг? Непонятно. В общем, если знаете, напишите в комментариях. Интересно всё-таки. Для чего они в целом нужны? Оп, и теперь отображается. Ну, непонятно же. Ну, мне, по крайней мере. Зато можно летать немножечко и без риска для своего здоровья. А только для риска для разведчика. Точнее, с риском для разведчика. Вот такая вот сегодня была фигня. Не знаю, полезно было кому-то, не полезно. Тут считайте сами. Но в целом прикольно. Кстати, да. Пока не уберешь разведчика обратно, он нельзя оседлать того же самого, к примеру, инфорсера. И он держит вот бинокль в руках. В целом прикольно. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. И, конечно же, делиться моим видео с своими друзьями. На это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра, всем пока.